Эта зеленая зона – излюбленное место не только белочек, но и барнаульцев. Еще в прошлом году за благоустройство территории проголосовали порядка 11 тысяч горожан. Накануне глава города побывал здесь с рабочим визитом. Вячеслав Франк оценил масштаб уже проделанных работ, а также отметил – бывший парк имени Ленина уже обретает новый облик. К слову, на благоустройство территории в текущем году предусмотрели порядка 50 миллионов рублей. Данная зеленая зона благоустраивается в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь у нас использованы все уровни бюджетов, как федеральный, краевой, так и городской бюджет. Парк очень ждут, работа кипит, в график укладываются. До середины октября здесь появятся центральные пешеходные дорожки с освещением, малые архитектурные формы, цветники, газоны и новые деревья – сосны, ивы и березы. У нас в целом три этапа. В этом году первый этап, еще предстоит нам два этапа реализации. Да, три года, и в целом мы получим с вами парк для семейного отдыха и развлечений. Как для тихого, спокойного отдыха, где можно посидеть, отдохнуть, так и где-то можно и чуть-чуть и поиграть в теннис настольный, например. На сегодняшний день подрядчик выполнил почти половину запланированных работ. Сейчас прокладывают линии освещения, укладывают поребрик и плитку, обустраивают основания для пешеходных дорожек. Следующие два этапа благоустройства не за горами. В парке сделают центральную площадь, амфитеатр, спортивную площадку, организуют локацию для настольных игр и книгообмена. Основная задача – сделать общественное пространство комфортным и одним из любимых мест – барнаульцев. Мария Костолева, «День с толком».